Вот ровно месяц назад мы снимали последний сюжет про автоцентр «Фаворит», который располагается на выезд в сторону озера Соленое. Самое востребованное озеро в пору 40-градусной жары. Поэтому вы все здесь проезжали. Ну, за исключением тех, кто едут по объездной. Вернуться надо все-таки здесь, чтобы порадоваться вот этим восхитительным ценам. И что такое было месяц назад автоцентр «Фаворит»? Это было здание в строительных лесах. То есть всего лишь за месяц профлист и всего лишь через месяц новое лицо. Автоцентр «Фаворит». Кстати, он не только изменился снаружи, он еще и изменился внутри. Естественно, став больше в смысле увеличения ассортимента товара. Изменения прежде всего коснулись первого этажа и того отделения, где раньше продавалась автомобильная резина, аккумуляторы и диски. Дело в том, что в автоцентре «Фаворит» места очень много, и площади здесь вот более чем предостаточно. И то, что было на втором, переехало на первый. То есть, если ваша машина находится здесь, на автомобильной мойке, вам абсолютно не обязательно сидеть и пить кофе. Хотя можно кофе посидеть и попить. Когда можно зайти сюда и выбрать себе огромный перечень всего того, чего вы раньше себе позволить не могли. Ну, потому что, во-первых, надо было искать, где это все находится. Во-вторых, и стоило достаточно дорого. Сегодня, сейчас любой, весь, полностью весь инструмент находится здесь. Вот можно посмотреть даже. Съемники, ключи, отвертки, приспособы. И там много чего еще. То есть есть смысл просто даже хотя бы разочек сюда приехать, машину помыть, чтобы понять, что такое сегодня автоцентр «Фаворит». Да потому что он уникален, по сути. Нигде более так разумно не размещается все для автомобиля. В очередной раз 5 баллов поставлю автоцентру «Фаворит» за то, что решили они интересную задачу. Нужен был срочно фильтр на двигатель 3.8. Есть такой автомобиль фордовский. Чтобы найти фильтра в наличии, это надо постараться. Так вот, здесь они есть в наличии. Потому что СЦТ-шная выставка, она позволяет вам в минуту найти нужный фильтр. А если вы не хотите и хотите что-то спортивное, кстати, тоже той же фирмы, очень порадовало. Вот. На улице 39 градусов. Отличное лето, правда? Вот. Соленое превратилось в тюлени озеро. Потому что тюлени там одни. В три ряда машины ставят и бултыхаются. И очень хорошо, что люди экономят деньги. То есть не ходят они по кабакам. И ко мне тоже не ходят, ничего страшного. Настанет время, когда вы придете. Вот. Когда есть природа, когда можно попить то, что рекламировать запрещено, на природе. Хотя запрещено законом. Вот, естественно, в такую погоду заливать дорогущие масла смысла нет. Потому что вот 5W40, настоящий отличный «Лукойл», 98 рублей литр в разлив. Еще раз напоминаем, автоцентр «Фаворит» является официальным дилером фирмы «Лукойл». Поэтому масло поменять и почаще, что рекомендуемо в таких температурных условиях, только сюда приезжайте. Причем зашли вот в эти замечательные боксы и там его тут же поменяли. Еще раз напомним, все есть в наличии и оригинал тоже. Как и все рабочие жидкости на любые автомобили. Конечно, не каждый горит с желанием ехать в такую погоду, но надо. Приехать сюда, по дороге на озеро Соленое, не доезжая до русских бань на Малиновой, вот рядышком с АЗС «Шурави». Хотя, честно говоря, украшение этого пятачка теперь это автоцентр «Фаворит». Причем это настоящий камень. С хорошими гранями. В гранях низкие цены, высокая скорость доставки и наличие запасных частей, свой сервис, автомойка. В общем, все здесь есть. Причем автомойка для грузовиков. Но если у вас возникают какие-то вопросы и вы не можете сюда приехать, ничего страшного. Есть два телефона магических. 49-69-30 – это телефон отдела запасных частей. Можно проконсультироваться. И если вы думаете, что запчасти на отечественный автомобиль не найдете, ну, просто позвоните, вам все скажут, если вы не верите моему сюжету. Ну и записаться на автомойку, либо проконсультироваться о наличии мест на сервисе можно по телефону 49-69-50. Ну что, удобно? Осталось только самое маленькое.
автоцентр «Фаворит» стать дилером какого-нибудь замечательного корейского или китайского автопрома, производящего электромобили. И тогда мы точно будем на коне.